может уже вырвать. Но где-то она висит. Есть или нет? Мне показалось. Только аккуратнее там. Только тебе не хитро сесть. Делайте как нужно, завтра. Раз. Харе Кришна. Кришна-падая, Кришна-кришная, Бхутая, Прасуна-падая, Татаре, Икина. Hare Krishna.
Hare Rama, Hare Rama. Забрал это?
Мистер Жанфия заберет меня? Нет, она не заберет. А ты можешь одной рукой? А, Люда там? Ну да. Не можешь? Нет, не могу. Смотри, у всех инструменты есть либо? Конечно. А вот Игорь, мне кажется, нет. Нет. У него коротко. А, иди посмотри. Зачем это? Ah.
знаете?
Yeah.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
гирлянда, да. Сейчас, дочь, когда мы остановимся, пойдешь, ладно? А если не остановимся, то пойдешь. Да. А если не остановимся, то главное потом забрать эту камеру. Снимай тех людей, которые смотрят. Ага. Вон, видишь, смотри, стоят, стоят, стоят. А у тебя есть кармашки? Да, есть. Можно положить? Братья, отдельно тебе. Что, видишь, они здесь. Все, Krishna Krishna Hare Hare
Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Там видео все минутное будет. Вы можете снимать. Скорей, скорей.
начни играть. Ходила. Ходила? Да. Хорошо. А вот все развернул. Она иногда. Главное матаджи. Значит, хари намы санкиртары. Когда ты поглажешь, он так же будет выглядеть. Вообще меняет вид полностью. Трансляцию смотрит один человек. Ну, кофейнятка тяжелая на самом деле. Я долго ты не поносишь. Мне кажется, килограмма 3 на весь, да? Ну ладно. Для моей женской руки 3. Может, 1. Hare Krishna, Hare Krishna.
Стасик поснимает. Хочешь поснимать? Хочешь? Да. Или не хочешь? Ну что, дойдем. Ну все. Если дойдем, он будет снимать или дойдешь с камерой ты? Да, дойду с камерой. Я назвала.
лодки. Сколько книг распространила? Знаешь? А сколько сегодня распространили? А что ты им говоришь, когда предлагаешь? Вашу жизнь навсегда, вашу судьбу. Она трансформирует. Паша смеяла, я шучу, я ни разу не распространяю. Не стал брать, да? Это я у тебя спрашиваю, чтобы самой начать. Я подумала, блядь, помнишь Маточа? Как его звали-то? Как звали Маточа, который из Омска?
А чью Тати Прия? Ну, вот и она. Да. А ты же с ней распространила, может, она тебе какие-нибудь лайфхаки подсказала? Ну, она мне другие лайфхаки, я в Киевскую. Да? А у нее какие? Она говорит, возьмите книгу на счастье, на удачу. И она такая, ну, на счастье, на удачу. Да. Но зато это по-простому, типа, людям такое может быть понятно. Ну, какой-то да, части люди. Тоже попробую, тоже хочу попробовать. Не, ну, мне кажется, фразочка «Эта книга изменит вашу судьбу навсегда. Вы станете счастливым человеком». Все же хотят счастливым стать, да? Они люди все делают для того, чтобы стать счастливым. Да, конечно, скажу, это прекрасно. Хорошо, что у вас есть религия, надо говорить. Но эта книга может изменить вашу жизнь. Вы можете быть православным, но прочитать книгу. Можете Людочку отправить к Симоне там. На площадке? Да? Кать, а можно твоему мужу отправить Людочку? А это говорит на площадке Ашока. Что он на площадке с Симоной. Это Стеша говорит. А это Стеша говорит. Стеша, а что, папа с Симоной на площадке? На какой, на той? Да? О, Робик, можно Люду туда отвезти? Точно, да, Стеш? Вот на вот этой, да, площадке? Понятно. Играет, короче, там просили. Конечно, там играет, что ли, месить? Я бы тоже не пошла. Роберт, если его там нету, тогда не езжай туда. Ну ладно, езжай, езжай. В смысле, посмотри сначала, а то Люд потом не вытащит оттуда. В моих руках. Смотрите, что происходит. Что значит техника в руках профессионала? Блин, почему, когда я так делаю, она вот начинает такая... Просто хотела Стешу снять. Он так танцует. А у тебя есть какие-нибудь эти? Ты типа к определенным людям подходишь? Или ко всем подряд? Ну, как по статистике, в основном берут такие лет 30-40 люди. Ага. Но старые у них уже как сформировано, ну, а да, да. Молодым это неинтересно совсем. Угу. Ну, не всегда. Слушала недавно в этом. Считай, начала на пробу. Там была какая-то эта штука. Ну, типа через Zoom. И там одна мата же рассказывала, что ей было 13 лет. Она с папой... Ты смотрела это? Она гуляла с папой по Арбату, там увидела кришнаитов, все такое. И с 13 лет она... Да, да. Папа говорит, давайте мороженое, я куплю Мишку там. Он говорит, нет, я хочу книгу эту про Шри Прабхупаду, я хочу. То есть она копила деньги, покупала эти книги, проповедовала детям во дворе, представляешь? Я вообще в шоке. Когда я рассказывала, я в шоке была. Это просто в прошлом жизни. Вообще, как многие регрессии делают, если вот в этой жизни кришнаит, в прошлой жизни как-то с этим сталкивался. Ну вот я прям знаю реальную историю. Глачала там рассказывала, преданная одна, что она одна матаджи там с ней в Турции вот сейчас жила. Она сейчас в Турции. И она единственная с собой привезла Мурти Шрилу Прабхупады. И она постоянно говорила, мне надо в Америку, мне надо в Америку. Ну вот прям не хотелось туда. И в итоге она, значит, ну, а, это не в Турции была, а здесь, в Подмосковье, короче. Ну, в Подмосковье. И приехал регрессолог,
друг мне мочал. И он сделал Гели Грейс, оказывается, в прошлой жизни она знает. А в этой жизни она красивая блондинка, высокая модель. А в той, значит, жизни она была мужчина, работала в Нью-Йорке. Ну, жила в Нью-Йорке, работала в офисе там. У нее была жена, у него была жена, высокая блондинка красивая. И, значит, в обед, когда он ходил в парк, еще был тогда шил профукадажи, и он там с преданными, они пили пиццу, все такое. И он туда ходил, потом он стал, короче, этим... типа саньяси, что ли. Ну, то есть потом он увидел себя вот в этих романтических одеждах, в коте там. Вот. То есть все, он стал уже считать махаманту, там все такое. А потом он опять вернулся к жене. И он был настолько к ней привязан, думал о ней в момент смерти. И что в этой жизни он родился вот как жена. Прикольно, да? Мне тоже нравится. Ты взял урик? Ну, в прошлой жизни я в Москве жила, но я в этой тоже родилась в Москве. У меня что-то там почти сразу машина сбила. Потом до этого я была всю жизнь монахом. Ну, прям всю. Я родилась, меня подбросили в монастырь мужской, и всю жизнь я там прожила. То есть у меня не было ни жены, ни детей. Вот, и я умерла перед иконой Божьей Матери на коленях. Вот, а до этого... Я жила на Украине, меня звали там какая-то Олеся, я не помню. У меня был муж, и, кстати, в этой жизни этот же муж, он вот этот муж. И, типа, я его очень сильно любила, у нас были такие близкие, вот такие же прям, как сейчас отношения, знаешь? И вообще в этой жизни, когда я его увидела первый раз, я такая, мы с вами знакомы, я вас знаю. Ну, в том смысле, что мы не знакомы. Ну, то есть это было, оказывается, потому что из прошлых жизней. Ну, да. И такая же энергия от него исходила, как сейчас. И вот так. И во сколько лет в этой жизни? Да. Лет 20 мужа или Кришнаит? Мужа, наверное, 25, может. Да, Кришнаитов. Кришнаитов, на самом деле, встретила года, ну, почти 2 года назад. Но я до этого сама 5 лет повторяла джапу. Ну, то есть я начала слушать. Короче, у меня были всякие вопросы, до этого я вообще была наркоманом. Я варила амфетамин в Москве, продавала его, ну, знаешь, что такое амфетамин. Ну, я так лет 5 жила. Блин, отлично, это вообще трансляция, она не слышала. Ну и короче, и это он же углубляет как бы сознание, ну, у некоторых людей. Ну, то есть как бы дает быть тебе наедине с собой, то, что ты начинаешь задумываться над какими-то такими более глубокими вещами. А до этого я была вообще, ну, работала в офисе, была тусовым алкашом, короче, после там работы постоянно по клубам. Но в Москве, короче, другая движуха, не такая, там здесь. Там вообще все по-другому. И вот так я всю жизнь так жила. Ну, как до 20 лет. Я просто рано работала, пошла 16 лет. Вот. И потом, короче, начала употреблять витамины. И, короче, у меня начало возникать очень много вопросов. Там, что такое тело, что такое ум, душа, разум, сознание, подсознание. Вообще, что такое наш мир, что такое солнце, луна. Все. Вот я начала это все, начинала все это гуглить. И я всегда попадала на сайт audioveda.ru. Вот всегда. То есть тогда я не знала, что это преданное. Я там начала слушать Рузова, Труснова. Но потом я начала слушать только Труснова, потому что мне больше всего он зашел. И вот много-много лет я его слушала и варила. Прям под его лекции, знаешь, там. Потом я в 5 утра еще под этим делалась, я садилась. Там же вообще сутками не спишь. Садилась в 5 утра, как Труснов говорил, я желаю всем счастья, желала всем счастья, короче. Потом я начала маху-мантру читать. Все, вот знаешь, маху-мантру я начала читать, через месяц я перестала курить, употреблять амфетамин, все. А так алкоголь я еще перестала, вот, когда я начала. Я же говорю, до этого была алкашом. Uh-huh. И когда я начала употреблять амфетамин, я просто месяц, наверное, все, я такая, что за бред вообще, это же затуманивает сознание, зачем я это делаю? Uh-huh. Все, сразу же, то есть я уже 10 лет его не пью. Вот. Вот так вот, то есть маха-мантра, короче, ну и вообще все, ну не все, очень многие ученики Шрила Прабхупады, даже бывшие эти наркоманы. То есть у наркоманов у них особое сознание. Ну, то есть это люди почему к этому приходят? Потому что они понимают, что есть что-то более высокое, но не могут понять, что. То есть из-за того, что они таких на более низких вибрациях находятся, их привлекает это как бы более высокая вибрация в низком типа того. Да-да. О, нас слушает 2 человека. Лайк, подписка. Рубляйте. Мне нравится снимать. Только я не совсем понимаю, как это работает. Всегда видишь, не получается мне. Надо высоко, что ли, надо держать? Сюда бошка.
это он сейчас расскажет. Все нормально. Ну, больше нет. Наша связь трубу. Будем вот так. Он что-то не хочет больше. Он бы хотел, мне кажется. Думаешь? Ну да, мне кажется, да. Ну видишь, она вообще свободна в этом падении, как сказать. А ты просто знаешь, что это случай выгончает? Не, не знаю. Нет, а, подожди, операция есть. Ну просто выключили стабилизатор, мне кажется. А, ну... Мы будем так снимать нормально тоже. Зато все мавриши стали помещаться наконец-то. Роберт! Мы тут сломали немного. Как включить стабилизатор? Ой, смотрите. Я включил уже. А, благодарю. Да, правильно, надо было на красный нажать. Вот, на красный. Ага. Вот, ага. Ну, мы не совсем нажали, мы просто скрутили. Сам быстро. Знаешь, кажется, можно подходить еще к тем людям, которые снимают. Я не хочу, но они такие. Не, мы для шоу, да, чтобы показать, что одного из своих себя. Цветы не, они слишком длинные, они все будут по этой, по пятке. А цветы, они видишь, заняты, они сейчас у Ашоки и у этой, у Веры.
Да, Стеша пришла. Что тебе мужик сказал? Что ты не очень хорошая, да? Бодхисаттва. А почему он бодхисаттва? Ему сказали так. Странно. Майя, она такая. Ари Кришна! О, Харибол! Симона! Значит, Симона пришла! Иди, Симона, не обнимай скорее, беги! Ты пойдешь на следующий Харинам? Не знаю. Что-то я прям хочу... Да мне это нормально, я хочу поснимать. Я хочу попробовать по книжке поразговаривать. Симон танцует, дочь, танцуй с Симоной. Она не хочет еще. Она не хочет. А ты иди со Стешей. Она не хочет. Хочешь? Пойдешь со Стешей? Пойдем. Осторожно, тут дети. Идите в круг. Лена, а ты Павлу дай поснимать. Да я поснимаю, мне нравится. А мне кажется, можно ко всем подряд подходить. Потому что бывают бабушки такие. Вон даже в нашей ятре есть бабушки, которые пришли в сознание Кришны, не знаю, 60 лет. Ну, то есть сознание, все равно зависит от сознания. Вот это Ольга Алексеевна, ей сейчас 72, она до этого занималась, по-моему, 11 лет йогой. Да. Бывают разные случаи. Видишь, что лучше реагирует все равно адекватно. Мне кажется, я это. Я всегда занималась этим заключением договоров, чем-то. Мне кажется, мне пора. Конечно, надо просто это проконсультироваться, у тебя раздает. Это Матаджи, как его зовут? О, Ира Буракова, в Ранджешвари Гопи, она тоже книги распространяет, мне надо спросить, как она это делает. Да. А у нее хорошо там очень получается. Когда я 70 книг, что ли, раздала за два дня. Что-то такое, я не помню. Ну, короче, очень много. Я запомнила, что 70. Жарко? А ты? Дядь!
Марина! Вот этот трансцендент начала. Димон, молодец. Как ты делаешь ручку? Я забираю, что числяет на него сиськи просто. Матаджи, обнимаемся. Че, выключили? Не, надо было. Мне кажется, надо. А как? Крестик нажать? На крестик. Сейчас. А, ну, наверное, правильно. Да. Тут это. А теперь маха обнимаха. Арива! 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 Он не направит, а Арива! Да, это не то, что ты хочешь. Надо вот так начать. Вот. Дайте я попробую. Ну, точно, мне кажется, не